Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я потерял отца на тот момент. Сейчас я учусь в другом от семьи городе, одна без друзей семьи. Сначала были непреодолимые грусть. Сейчас появились панические атаки, удушья, нечем дышать, чувство тревоги, как будто я не в своей жизни, истерики, не могу контролировать слезы. Чувство страха смерти, как с этим бороться, что делать, чтобы они вообще исчезли. Ну вот, самый такой первый вопрос, который вам хочется задать. А вот если все это действительно убрать, что вы будете делать? Ну вот, вот просто, вот что вы будете делать, если все это убрать? На что вы будете, ну, тратить свое время, энергию, силы и так далее? Вот. А что вы будете делать? Этот момент, он очень интересен. Вот если ну, если вы знаете, на что вы будете тратить свои силы, да, и время, то что мешает вам прямо сейчас, да, этим заняться? То есть если вы знаете, что вы будете делать, вот, если вы знаете, на что вы будете направлять свою энергию, то как получилось, что сейчас вы больше внимания уделяете именно периферии? Я думаю, что в вашей жизни произошло много всего, много всего. Неприятного. И все это, ну, вы не прожили, как я думаю. И это сейчас просто дает о себе знать. Вот. На мой взгляд. Сейчас это вырывается из вас, если, ну, и если хотите. Неприятно, да, конечно, безусловно, неприятно. Не бороться с этим нужно. Вот. Проживать. Проживать это
ну, имеет смысл. Вот поэтому я думаю, какой-то такой здесь момент. И то, что вы сейчас испытываете, я бы сказал, что хорошо, несмотря на то, что вам это, ну, тяжело. Поэтому вам необходимо, на мой взгляд, пойти на психотерапию. И прожить все эти неприятные чувства, которые у вас остались. На мой взгляд. Сказать, что будет легко, да? Ну, вряд ли. Вряд ли. Вот. Такая вот история. А здесь и злость, здесь и обида, здесь и, определенные изменения, которые у вас сейчас естественным образом происходят. И боль, которую вы, ну, можете чувствовать, ощущать, да, которая присутствует. Это нормально, абсолютно. Может быть, даже вот, ну, в каком-то смысле вы, ну, потеряли, да, направление, куда вам двигаться. Вот такая вот история. Я вам, конечно, сочувствую, я сочувствую, что вы оказались для себя такой очень непростой ситуации. Но это решаемо, это решаемо. Главное только вот заручиться поддержкой. Вот. Поддержкой специалистов. Вот. И, соответственно, вы сможете, ну, довольно довольно безболезненно, ну, с наименьшим, я бы сказал, потерями, да, то есть насчет того, что безболезненно, да, или, наверное, так сказать нельзя, вот. Но вот то, что максимально хорошо для себя. Это факт. Вот. Поэтому выбирайте себе
выбирайте себе эксперта и начинайте работу, начинайте психотерапию. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. И помните, что вы не одна.